один копатель развелось их тут. Ну, давай мимо иди. Не поворачивай сюда. Не поворачивай. Ты что делаешь? Куда идешь? Ты что, не видишь? Куда чё? Ты держи, я держи, земляной. Ты чё? Привет, друзья! Сегодня мы вырвались на небольшой коп, решили побегать по полям. Вот, я сегодня с помощником, он с Фишером там бегает. Так, ну что, у нас тут первый сигнал. И первый кругляк торчит. Где он? Вот он. Виден, не отсвечивает, не вижу. Так, ну что, смотрим, что это у нас такое. Первый монитос у нас. Традиционная копейка Николая. Две копейки, похоже, по размеру. Ну что, начало положено. Двигаемся дальше. Возле этого дерева по траве выскочила здоровая змея. Не успел достать камеру, убежала. Так что если еще с ней встретимся, попробую заснять. Идем дальше. Что, трава высокая, копать, конечно, не очень удобно. У нас вылезло остатки старого ключа. Копанул в яме железный сигнал. Ничего, продолжаем. Дальше ходим, смотрим. Так, мы тут решили небольшой шуршик замутить. Вроде сигнальчик поймали, сейчас посмотрим. Сигнал 21-22. Сейчас посмотрим, что тут будет. С этой стороны. Ради чего мы тут мучились? Мучились мы ради куска цветника какого-то. Ну ладно, продолжаем. Еще у нас может что-то есть. Что, лопата побольше. Выкопали мы вот такую могилку. Я не просто так здесь шурфил. Здесь была интересная находка. Одна, не буду говорить какая. Поэтому решил это местечко тщательно исследовать. Еще немножко его покопаем. Потом будем закапывать. Если что, можно кого и похоронить между делом. Посмотрим. Нет. К сожалению, пока.
пока больше ничего нету. Ладно. Продолжаем дальше. Если что будет, покажу. Вот к нам прилетела бабочка. Посмотреть, чем мы тут занимаемся. Какая красивая. Не боится даже. Звезда. Ну что. Вот, показалось во всей красе. Все, идем дальше, идем копать. Так, ну что, продолжаем копать. У нас прямо наверху, на поверхности, вылезло что-то там большое, круглое. Так, и это у нас... Это большая железнодорожная пломба. О, я думаю, мы просчитаем, что на ней написано. На ней написано станция, год, какой-то номер. Ладно. Очень хорошо. Походим по этому лесочку небольшому. Может, что-нибудь еще зацепим. Так, здесь рядом с пломбой. Вот здесь была пломба, опять какой-то сигнал. Довольно высокий, 32. 28, 32. Сейчас копанем, посмотрим. Посмотрим, что у нас. У нас сегодня солнечный день. Почти около недели шли ливни. Был сильный ветер, особенно не покопать было. Ну, посмотрим, что у нас в яме. Блин, вот. Так, что тут? Опа. Пломба. Вон, тоже читаемая. Практически рядышком две пломбы. Ну ладно, попробуем почистить ее. Что, наш коп продолжается. Что-то мы цепанули снова. Сигнал 33 34 35. Ну сейчас посмотрим, что это такое. Довольно не на весь штык, но чуть меньше. Но не на поверхности, это всегда интересно. Так, что у нас? Где-то 4, где-то здесь. Сейчас мы его пином выцепим. Если поймали пинпоинтером, ну, традиционно. Алюминь, какой-то алюминь, мусор. Ну что, бывает и так. А мы продолжаем. Ну что, мы тут в небольшом окружении березок поймали посередине сигнал. И он где-то под корнями. Сигнал был где-то 34. Ну не знаю, что тут будет. Опа, монета. Под корней у нас появилась монета. Интересно. Две... Нет, это, по-моему, не монета. Это, по-моему, скорее всего... Блин, мухи, конечно, сон. Пубицы, что ли, сделаны из монеты. Но мы почистим, посмотрим. Народное творчество, похоже. А, упало. Ладно, идем дальше. Две монетки уже за сегодня. Ладно, продолжаем. Ну что, на сегодня я копать закончил. Трава поднялась, находок было не совсем много, но пару монет вылезло. Пару монет и куча всякой там шмурдячка, пломбочки. Вот. Ну что, будем...
ждать теперь следующего копа, посмотрим, где он будет, или в лесу, или на море. Поэтому так, ладно, все, всем спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, всем спасибо и...